Привет, дорогие друзья, дорогие подписчики, дорогие, которые смотрят наш канал. Сегодня 1 января 2021 год. Я на этот год, на Новый год вам скажу, поздравляю вам с Новым годом. Я хотел сказать, что на Новый год, чтобы здоровья вам всех и ваши пчелки, чтобы на Новый год нам наши карманы были полны деньги от меда. Ну, сегодня я хотел, не очень хорошая погода, я хотел чуть-чуть работать на пасеке. Вот этот, на эти ящики два семья стоит. Я их обнял на эти средний ящик, чтобы друг другу сгорели. Вот сейчас его закрываю. Смотрю, наши пчелы на хорошем состоянии сейчас находятся до этой 1 января. Ну, дальше не знаю, что будет. Вот у них рамки мед полно. Я их до 15 декабря, вы сами смотрели мое видео, дал сироп, очень густой сироп дал. Они забрали наши сиропы. Если сегодня еще даю, они заберут, но не надо, потому что у них мед есть. Вот я забрал их пакеты, которые я их дал сиропы. Некоторые семьи, которые у них полно мед, не брали наши сиропы. Которые семья большие есть, они забрали наши сиропы, которые мы дали. Ну, дорогие друзья, я хотел вам сказать на это видео, что это видео я делал на 1 января. Почему? Потому что я хотел поздравить вам на Новый год. Ну, дай вам Бог здоровья. Подписывайтесь на наш канал, если вам нравится наш канал. Ставьте лайк вверх, если не нравится вниз. Ну, поддерживайте наш канал. Спасибо вам за просмотр, который вы смотрите наш канал. Ну, до свидания.